Гром в раю. Если вы не вернете Сантьяго через 5 часов, сначала мы убьем Келли, а затем твою дочь. Подонок. Причина захвата заложников. Я требую Мануэля Сантьяго. Разнесите эту школу. Вниз, всем пригнуться. Главной роли Терри Халл Хоган. Гром в раю. В фильме снимались Крис Лемон, Кэрол Альф, Эшли Горел, и Патрик Макни. По произведению Майкла Берка и Дугласа Шварца. Краткое содержание предыдущей серии. Это Мануэль Сантьяго, один из крупнейших наркодельцов планеты. Его разыскивают в 17 странах за торговлю наркотиками. Если мы устраним его, то положим конец крупнейшему наркокартелю в мире. Мейсон, я рассчитываю, что ты сам проведешь эту операцию. Вы можете на меня рассчитывать, сеньор Сантьяго. Все пройдет без заминки. Все должно быть без сбоев. Мы с тобой еще встретимся, Спенсер. Обещаю тебе. Джессика, какая красота. Ты сама это сделала? Келли мне помогала. Где Джессика Спенсер? Нет. Теперь мы знаем, как ты любишь своего папу. Смертельный урок. Композиторы Кори Лериос и Джон Д'Андреа. Продюсеры Пол Каджеро, Джеймс Пергола, Дэвид Хаггард. Книги в спортзале. Тренируем ум наравне с телом. У нас был пожар в библиотеке. Молитесь, чтобы у вас не было пожара здесь. Это дети.
Вы не имеете права их запугивать. Почему вы их не отпустите? Потому что они мне нужны. Вы негодяй. Вы наживаетесь на несчастье людей, делаете деньги на их страданиях и смерти. Что вы знаете о страданиях и смерти? Вы были на войне? Я люблю женщин с норовом. Даже если за этот норов их придется убить. Не трогайте ее, иначе мой папа... Я не думал, что они так близки. Спасибо. Когда я дам сигнал, хватай ее. Ты, пошли со мной. Спенс, слушаю. В последнюю нашу встречу я не слышал твоего голоса. Кто это? Мейсон Ли. У меня твоя дочь Джессика. Передай привет папочке. Папа! Джесс! Слушай внимательно. Я захватил школу твоей дочери. Если ты вернешь Сантьяго, получишь свою дочь. Если тронешь кого-нибудь, я удушу тебя своими руками. Доставь Сантьяго, и никого не придется убивать. Сантьяго сидит в спецтюрьме. Это твоя проблема, не моя. У тебя 24 часа, в противном случае школа взорвется. Будет жалко, если твоя дочь не доживет до следующего дня рождения. Мне нужно больше времени. Нет. Извини. Не пойдет. Минутку, Спенс. Келли! Хорошо, хорошо, я все понял. Тихо! Спенс, ты знаешь мое отношение к властям. Будет трудно освободить Сантьяго из тюрьмы. Тебе удалось вывести его из Южной Америки, и в этот раз ты что-нибудь придумаешь. Позови мою дочь. 24 часа, Спенс. Это нечестно. Я знаю, дорогая. Брю, они схватили Джесса Келли. О чем ты говоришь? Мейсон Ли. Он захватил школу. Требует, чтобы я вывез Сантьяго из тюрьмы в обмен на освобождение Джесса Келли и детей. Проклятие. Они не освободят Сантьяго по требованию террориста. Нам придется действовать самим. Надо спешить. Кто-нибудь еще об этом знает? Похоже, только мы. Тогда вперед. Я поеду с вами. Возьмите меня с собой. Не пойдет. Я ходила в эту школу и знаю секретный проход под водой по трубам. Пошли. Что это? Спортзал. Спенс, я зафиксировал большое содержание бензина и фосфора снаружи и внутри здания. Что это значит? Они заложили взрывчатку. Нельзя обезвредить. Боюсь, это невозможно. Вопрос в том, сколько у него человек. Насколько я могу судить, около 12. Нам придется покинуть гром. Оставшийся путь мы проделаем под водой. Где эти трубы? Под зданием. Они ведут прямо в подвал. По вечерам мы там встречались с мальчиками. Эллисон, я удивлен. Я была молода. Ты помнишь, какой она была? Нет. Молодость.
Вальдес. Пусть кто-нибудь проверит здание. Хуан, проверь, все ли здесь чисто. И доложи результаты через 20 минут. Вперед. Да, сэр. Келли, будь осторожнее. Не нужно его злить. Он сам не ведает, что творит. Я его не боюсь. Он мерзавец и подонок. Он торгует наркотиками. Келли, они нас убьют? Нет, дорогая. Никто не собирается никого убивать. Заткнитесь! Подвал над нами. Все чисто. Эллисон, тебе дальше нельзя. Но я могла бы вам помочь. Нет, нет, дорогая, Спенс прав, это слишком опасно. Господи, я оставила там баллон с кислородом. Где он? Там. Right.
Эллисон, ты должна вернуться обратно. Мы встретимся с тобой там. Спасибо, ты оказала нам неоценимую помощь. Вы должны спасти Келли и Джессику. Они будут дома к обеду. Хуан должен уже вернуться. Я пытаюсь его найти. Хорошо. Хуан в подвале без сознания. В чем дело? Его оглушили. Уведите всех в другую комнату. Вперед, вперед, шевелитесь. Быстро, быстро. Свет. Свет. Твое имя, говори. Джессика Спенсер. Ты тоже. Келли Леру. Будете стрелять, они умрут. Ли, отпусти их. Мы сможем договориться. Папа. Спенс. Бросьте оружие. Хорошо. Не делайте глупостей. Мы бросаем оружие. Ли, отпусти женщин. Мы будем твоими заложниками. Выйдите, чтобы мы могли вас видеть. Я убью вас прямо сейчас. Папа, нет. Все в порядке, Джесс. Он никого не тронет. Если ему нужно то, зачем он пришел. Где Сантьяго? В тюрьме, где и положено. Будем рады помочь присоединиться к нему. Я вижу, вас не учили обращаться с террористами. Вы должны быть вежливы со мной. Если Сантьяго не будет через 5 часов, мы сначала убьем Келли, а потом твою дочь. Мерзавец. Дело не во мне. Мы говорим о твоей дочери. Ставки подняты. Мы забираем катер. Вы показываете Сантьяго, как им управлять. А теперь убирайтесь отсюда. Не бойся, Джесс. Он не тронет ни тебя, ни кого другого. Мы выполним его требования. Я в этом не сомневаюсь.
Полиция окружает здание. Мы постараемся задержать их. Мы окружены. Пока не стрелять. Всем занять свои позиции. Давайте быстро. Быстро, быстро. Всем пригнуться. Пригнитесь. Осторожнее. Огонь. Были сразу обратиться ко мне, а не лезть туда самим. У нас не было выхода. Знаешь, Брюбекер, ты у меня же вот где сидишь. Насколько я помню, ты у нас в долгу. Выпусти Сантьяго. После того, как отпустят заложников, мы его вернем. Это невозможно. Это твое определение безмерной благодарности? Извини, но ничего не поделаешь. Понятно, Харрис. Бывай, нам пора. Подожди. Спенс, не торопись. Спасибо за все, Харрис. Пока. Элли, дорогая, у нас полно дел. Жди здесь. А как же заложник? Мы обо всем позаботимся. Жди нас здесь. Будьте осторожны. Да. Электропитание восстановлено. Взрывчатка на месте. Передай властям, чтобы не мешали мне, и я сдержу свое слово. Твоя дочь рассчитывает на тебя, Спенс. Не беспокойся, Ли. Сантьяго у меня. Мы высадимся на берег через 10 минут. Твой папа уже едет. Только на этот раз с ним сеньор Сантьяго. Руки вверх, грязный и усатый таракан. Тебе это так не сойдет. Видишь мой пистолет? Хочешь попробовать? Брю, нам лучше поторопиться, иначе девочкам придет конец. Это Харрис. Что вы делаете? Минутку, минутку. Что они задумали? Внимание, не стрелять. Спокойно, ждите моей команды. Сейчас мы посмотрим, что с тобой будет, Гринго. Сеньор Сантьяго, рад вас видеть. Если бы ты знал, как я рад видеть тебя. Похоже, ты все-таки увидишь свою дочь на свободе, Спенс. Я привез Сантьяго. Теперь я хочу, чтобы всех заложников отпустили. Когда сеньор Сантьяго и я выйдем в нейтральные воды, мы отпустим заложников. Почему я должен вам верить? Потому что у тебя нет выбора, Спенс. Они показали вам, как управлять катером?
Да. Хотя этот разноцветный попугай пытался меня обмануть. Ради его дочери ему не следовало бы этого делать. Давай, пошли. Вперед. У нас получится. Когда я опрыснусь баллончика, ты сразу беги, хорошо? Келли, что случилось? Прошу вас, помогите, ей больно. Ей нужен доктор. Джесс, беги скорее в подвал, спрячься там. Я помогу Саванне и детям, а ты беги в подвал. Беги быстрее. Двигай. Ли, что ты делаешь? Настраиваюсь на полицейскую волну. Хочу знать о любом их передвижении. Выключи это радио к черту. Я хочу, чтобы ничто не напоминало мне об этой проклятой полиции. Они обращались со мной как с собакой. Но, сэр, никаких «но», выключи радио. Приказываю перейти в наступление. Я сказал, выключи это проклятое радио. Я только что получил информацию, что Сантьяго находится в своей камере. Гром, включить автопилот. Это за позор, нанесенный сеньору Сантьяго. Вальдес, прием, Вальдес. Это Вальдес. Вальдес, это ловушка. Взорви эту школу к чертовой матери. Да, сэр.
Дети! Дети! Джесс Келли! Мы здесь! С вами все в порядке? Отойдите! Все в порядке? Где Келли и Джесс? Не знаю, нас разделили. Быстрее, выводите детей. Сюда, сюда, быстро, быстро. Давай. Я не могу справиться с управлением. Мне нужна твоя помощь. Мы можем сделать это по-хорошему или по-плохому. Знаешь, что я скажу про твоего драгоценного Сантьяго? Тысячи ребят умирают от того, чем занимается твой босс. Выглядеть, как он, настоящий позор для меня. Я тебе не помощник. Выходит, по-плохому. Давай. Келли. 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 Спенс, слава богу. Где Джесс? Спряталась в подвале. С ней все в порядке? Я надеюсь. Пошли. Спенс, это Брю. Прием. Брю, ты в порядке? Нет, нет. Вальдес включил часовой механизм. Надо немедленно эвакуировать всех. Предупреди Харриса. Хорошо, я уже еду. Отключить автопилот. Выпусти меня отсюда. Джесс. Она должна быть здесь. Спенс. Джесс, спасите, я здесь. Ты слышишь меня, Джесс? Я здесь, я не могу больше держаться. Ты меня слышишь? Джессика! Ты слышишь меня? Келли, я здесь. Джессика, отзовись. Помогите, Келли, я здесь, наверху. Она в вентиляционном люке, только я не знаю, в каком. Джесс, это я, где ты? Папа, я здесь. Она здесь. Джесс, помогите мне. Джесс, вытяни голову, я спасу тебя. На помощь! Дорогая, слава богу, с тобой все в порядке. Слава богу. Держи ее. Джесс! Надо бежать отсюда. Школа может взорваться в любую секунду. Down, down.
Вниз, вниз, всем пригнуться. Саванна, как я рада, что ты пришла. Очень рада. Как я могла не прийти к своей босой подружке? Келли, ты победила Ли. Я знала, что ты смелая девушка. Слишком смелая. Я рада, что дети были спасены. Да. Келли, я видела, как ты преподаешь. У тебя есть талант вдохновлять учеников, о котором многие могут только мечтать. Эта мечта стала реальностью. Люди, о которых ты заботишься, любят тебя. Подобные отношения между людьми можно представить себе только во сне. Саванна. Келли. Привет. Извините. Спасибо, что помогла мне подготовиться к съемкам. Ты выбрала самый лучший купальник. Всем он очень нравится. Извини, но мне нужно срочно бежать работать. Я просто хотела тебя поблагодарить. Спасибо. Пока. Удачи. Как сказала одна мудрая женщина, следуй своей мечте. Я не могла остановить ее из-за того, что случилось с Ванессой. Это ее шанс. Келли, я тобой очень горжусь. Выпьем за то, что наши девочки дома живые и невредимые. Присоединяюсь. Я тоже. Жаль только, что сгорела наша школа. Джесс, помнишь, я тебе говорил, что нет худа без добра? Школе давно нужен был ремонт, только не хватало денег, чтобы все перестроить. Но сейчас, благодаря мистеру Ли, страховая компания готова все оплатить. Сантьяго и Ли, в конце концов, получили то, что они заслуживали. Пожизненный срок за решеткой. О, я вижу, он тебя здорово отделал. У Ли есть пара хороших приемов, но главное, что я его все-таки победил. Let the ocean wave.